Думаю, мы все согласны с тем, что мировое правительство хочет изобразить Куму монстром за восстание против них. Во-первых, как пират, потом как революционер. Но тогда возникает вопрос, почему Кума, монарх, когда-то объединившийся с мировым правительством, взбунтовался? Что ж, мы получили его набросок в детстве вместе с другими военачальниками до таймскипа в СБС часть 63, что может служить подсказкой. В изодранной одежде и с необходимостью самому собирать и носить дрова. Кажется, что Кума происходил из довольно скромного происхождения. Странно, учитывая, что он должен был быть мировым дворянином. Однако, учитывая, что каждая страна член мирового правительства должна платить небесную дань, которая стоит недешево, возможно ли, что эта дань обанкротила королевство Сорбет? Если да, то может быть поэтому Кума прибегнул к пиратству. Как средство обеспечить свою нищую страну? Возможная правда о Куме. Если истинная природа Кумы — быть добрым и нежным, я могу представить, что пиратство не слишком ему нравилось. Возможно, именно это и привело его в революционную армию. Зачем красть у других, чтобы прокормить себя и свой народ, если он может сделать что-то, что могло бы помочь всему миру? Мировое правительство на самом деле не делает никому никаких одолжений, кроме тех, кто на самом верху. Ика. Я бы тоже пошла ва-банк за свержение системы. К сожалению, Куму арестовали, и стал одним из экспериментов Вегапанка. Но так как более-менее подтверждено, что Вегапанк тоже является частью революционной армии. Это мог быть его способ спасти Куму от немедленной казни. Судя по тому, как Вегапанк говорит в конце главы 1064, кажется, что он смирился с тем, что скоро умрет. Хотя он немного меланхоличен. Он, вероятно, размышлял о собственной смерти с тех пор, как начал экспериментировать с Кумой, который, как я полагаю, был его хорошим другом. И товарищи революционеры, и все. И как и Кума, я думаю, что Вегапанк передает свое последнее желание хорошему, надежному другу прямо перед тем, как уйти. Последняя миссия Вегапанка. Что это может быть? Теперь, если бы я был Вегапанком, я бы заранее рассказал Драгону секрет управления всеми моими технологиями. Или какой-то секрет, который даст революционной армии конкурентное преимущество перед ОК. Итак, вот этот последний звонок Дракону, это сигнал. Вегапанк готов умереть, поэтому революционная армия должна очень скоро активизировать свои усилия. Больше, чем они уже есть. Может быть, обнародовав какую-то технологию, мировое правительство совершенно не подозревало, что оно разрабатывает. Я, как и многие другие, предполагаю, что мировое правительство, а точнее им, контролирует древнее оружие Уран. Но поскольку Вегапанк — человек, мыслящий на сотни лет вперед, я думаю, что он разработал собственное супероружие. Что-то, что он доверил Дракону. И теперь, когда он упомянул, что скоро умрет, он дал Дракону зеленый свет, чтобы дать ему волю. В этой другой моей теории я предположил, что три древних оружия будут разделены следующим образом. Уран — мировое правительство, а им — Плутон, Крестовая гильдия, Крокодил, Посейдон, Черная борода. Если все три древних оружия попадут не в те руки, революционной армии конец. Но если Вегапанк оставит им часть своих футуристических технологий, у них может быть шанс. К сожалению, я могу только представить, что это футуристическое супероружие, которое получат революционеры, это либо ядерная бомба, либо гигантский мехабот. Или может быть гигантский робот-робот, вооруженный ядерными ракетами. Если да, то как революционеры могли скрыть это? Опять же, поскольку мы уже видим гигантских роботов на острове Умник, вероятно, это не так. Возможно, это что-то маленькое. Но опасно. Что-то вроде маленького пистолета для крикета из людей в черном. Что бы это ни было, я уверен, что Ода, тем не менее, поразит нас. Особенные люди. Сколько еще раз нам осталось узнать в One Piece? Я сомневаюсь, что Кума был лунарианцем или представителем какой-либо другой крылатой расы. Причина в том, что у него нет крыльев, или длинные серебристые локоны. Может быть, все жители королевства Сорбет были, или по крайней мере, в первую очередь, особыми людьми. Все еще люди. Но с чем-то дополнительным, что делает их особенными. К сожалению, мы не получили дополнительных подробностей от Бонни. Поскольку Бонни кажется биологической дочерью Кумы,
Я думаю, будет справедливо сказать, что она по крайней мере часть этой особой группы людей. Она несет в себе этот особый фактор происхождения, даже если у нее другой внешний вид. Возможно, поэтому Сакадзуки так беспокоился о ее побеге из-под стражи мирового правительства. Или может быть мужчины с темной кожей и черными вьющимися волосами, а женщины бледные и с розовыми прямыми волосами. И так может и большая мамочка быть. Не, она не захватывает этот пост. Скорее я хочу сосредоточиться на другом человеке, чье отношение к истории резко возросло в последнее время. Он из Саут-Блю, где находится королевство Сорбет. Кроме того, и он, и Кума, два очень высоких меланина с курчавыми волосами. Ну, думаю, Усоп тоже. И мы знаем, что он не особенный. Шутя. Но я серьезно отношусь к тому, что Кудзана из королевства Сорбет. Взгляните на это сравнение его детских фотографий и детских фотографий Кумы. Кудзан, кажется, тоже происходил из довольно скромных начинаний. Хотя здесь он выглядит агрессивно, во взрослом возрасте его поведение довольно холодное. Почти как у Кумы. Сорбет – это охлажденное фруктовое лакомство. Поскольку у Кудзана есть чили-чили-фрукт, я чувствую здесь тему. В этом анализе Кудзана, который я провел пару недель назад, я указал на некоторые параллели между ним и адмиралом Фудзиторой. Хотя Фудзитора косвенно помог пиратам соломенной шляпы победить Дофламинго на Дрессрозе, я подозреваю, что Айкидзи как-то связан со Смокером, находящимся в Алабасте, который в конечном итоге косвенно помог пиратам соломенной шляпы против Крокодайла, другого бывшего полководца. С этой новой теорией я теперь подозреваю, что Кудзан был призван в морскую пехоту, так же как и Сё Фудзитора. Если бы он не присоединился к морской пехоте добровольно, это могло бы помочь объяснить его девиз «Ленивое правосудие». Он сделает свою работу, но он не собирается делать все возможное для этого. Не то, что этот ботаник Сакадзуки. Странно, как такой ленивый парень, как Кудзан, получил повышение до уровня адмирала. Опять же, я думаю, то же самое можно сказать и об Арсалине Кидзару. Но если Кудзан – особенный человек, то, возможно, какие-то врожденные способности, с которыми он родился, сделали его восхождение до адмирала легким. Урожденный Форт Тафф или что-то в этом роде. Кудзан и Тич родственники. Почему бы и нет? Черная борода – еще один необычайно крупный меланизированный парень со странными способностями, которые еще предстоит объяснить. Вы знаете, как он может съесть более одного дьявольского плода, не взорвавшись, и что он не спит? С другой стороны, согласно виверкарт Черной бороды, он происходил из Гранд Лайн. А в 12 лет он присоединился к пиратам Белоуса где-то в Новом Свете. Возможно, он никогда не был за пределами Гранд Лайн, кроме пояса спокойствия. Так что я сомневаюсь, что он когда-либо был в королевстве Сорбет, не говоря уже о Саут-Блю. Но может быть он может проследить свои корни до тех же предков, что и Кума и Кудзан. И у Черной Бороды, и у Кудзана странное отношение ко сну. Черная Борода никогда не спит, а Кудзан может вздремнуть где угодно, даже стоя. По воде 7 Кудзан является холодным из-за своих холодных фруктов. Из-за этого ему не нужно беспокоиться о том, что он умрет во сне. Поскольку королевство Сорбет названо в честь ледяного лакомства, я думаю, что это зимний остров. Но поскольку Черная Борода родом из Гранд Лайн, я думаю, что он родился на яйце и головом до того, как там была построена лаборатория Вегапанка. Тогда, я полагаю, он не назывался островом Умника. Итак, если Кудзан и Черная Борода имеют общую родословную, оба являются членами редкого рода, я вижу, что это причина, по которой последний позволил первому стать частью его команды. Несмотря на то, что он бывший адмирал морской пехоты, и не подозревать, что он может быть агентом под прикрытием. Что касается Кудзана, что он получает, будучи пиратом Черной Бороды, на данный момент, я думаю, это только вопрос времени, когда он станет 10-м капитаном Титаника. Если он на самом деле из Сорбета, то я вижу, что он заинтересован в том, чтобы покончить с коррумпированной организацией, которой является мировое правительство. Типа пошел по стопам Кумы в пиратство. Однако я не думаю, что Кудзан полностью сочувствует делу Черной Бороды. Возможно, он надеется, что Черная Борода и мировое правительство убьют друг друга. Он просто с нами, чтобы довести дело до конца. Пусть Лэйзи Джастис творит чудеса. Итак, допустим, Кума, Черная Борода и Кудзан – дальние родственники. Может ли это означать, что Кудзан может съесть еще один дьявольский плод? Если это так, я полагаю, что у Кудзана теперь есть сломанная способность к парамеции, как и у остальных пиратов Черной Бороды. Но какая способность парамеции дополнит лед? Лазерное зрение, поэтому он сейчас носит солнцезащитные очки. Нет, это слишком похоже на фрукт Кидзару, и я, наверное, захожу слишком далеко. Но я думаю, что когда мы узнаем больше о Куме, что должно произойти очень скоро, мы также узнаем больше о Черной Бороде и Кузане. Тут. Кума был выставлен мировым правительством тираном, чтобы разрушить его репутацию. Правда в том, что Кума прибегал к пиратству, чтобы прокормить свою страну. Небесная дань, уплаченная Ок,
обанкротила королевство Сорбет. Однажды увидев, что мировое правительство коррумпировано, он присоединился к революционной армии. Когда его арестовали, он встретился с товарищем, тайным революционером Вегапанком. Теперь, когда Вегапанк вот-вот умрет, он призывает дракона выполнить свою последнюю миссию. За кулисами Вегапанк разработал футуристическое супероружие для борьбы с тремя древними видами оружия. У Ок есть Уран, Кросс Гильдия, Плутон, а Черная Борода — Посейдон. Что касается этой группы особых людей, частью которой является Кума, Кудзан тоже, а может быть даже Черная Борода. Из-за общего происхождения Черная Борода хотел, чтобы Кудзан присоединился к его команде. Помимо того, что он пользователь фруктов логии, скоро будет дам знаний для Кумы. Тогда мы узнаем не только о том, что делает его особенным, но и о Черной Бороде. Почему ему не нужен сон и почему он может съесть больше одного дьявольского плода. Кстати говоря, может ли Кудзан съесть больше одного дьявольского плода? Moment.